будуть надаватися послуги, які використовувати буде наша громада. Ну що ж, ще раз, Бурхливий обласний центр надання адміністративних послуг. Дякую, громаді. Он был создан, потому что это была политическая воля и поддержка правительства Украины, потому что была политическая воля и поддержка главной воли Чиновича. И, разумеется, потому что есть надежная поддержка со стороны населения.